Привет, друзья! Сегодня я расскажу о научно-фантастическом фильме 1988 года с небанальным и любопытным сюжетом под названием «Чужие среди нас». Подчиняйся. В начале фильма нас знакомят с главным героем Джоном. Он прибывает на поезде из Колорадо в Лос-Анджелес. Мотивированный желанием найти хорошую работу в большом городе, Джон незамедлительно направляется на поиски жилья и новых возможностей. Однако не все так гладко. Попытка устроиться на официальную работу не дала результатов, и решив оставить это до следующего дня, Джон отправляется на поиски ночлега. На своем пути он встречает несколько странных явлений, которым пока не придает особого значения. Наконец он находит пристанище для бездомных, где проводит первую ночь. На следующий день в поисках хоть какого-то источника заработка Джон приходит на стройку. Обговорив условия труда, он получает свое рабочее место. Правда, деньги главному герою выплатят только в четверг, поэтому вопрос с жильем остается открытым. Разочарование Джона по этому поводу замечает один из рабочих, Фрэнк, после чего предлагает ему пойти с ним в место с горячей едой и душем. Отмахнувшись сначала от слов Фрэнка, в конце концов Джон отправляется вслед за ним. Фрэнк знакомит Джона с местными жителями этого лагеря, которые весьма дружелюбно встречают его. Герои берут порцию еды и за ужином расспрашивают друг друга о прошлой жизни. Фрэнк также выбрался в большой город на поиски работы, чтобы обеспечить своих жену и детей, которые остались в Детройте. Вечером того же дня, прогуливаясь по территории, Джон замечает местных жителей, которые увлеченно смотрят телевизор. Но в какой-то момент сигнал прерывается необычной трансляцией, в которой неизвестный мужик рассказывает, что они все живут в искусственно созданном мире. И некие существа транслируют по всей планете специальный сигнал, который блокирует в умах людей критическое мышление. Затем Джон становится свидетелем еще одной интересной сцены, как неподалеку от них стоит слепой мужчина, цитирующий телевизионного проповедника, а немного позже его уводит в церковь один из жителей лагеря, Гилберт, с кем Джон уже успел познакомиться. На следующее утро Джон пытается расспросить Гилберта, что он делал так поздно ночью в церкви, на что Гилберт отвечает, что церковь предоставляет им кухню, чтобы кормить бездомных, а ему пришлось там задержаться для наведения порядка. Джон, не веря словам Гилберта, решает проникнуть в церковь и проверить, что они скрывают. Внутри он обнаружил подобие лаборатории и надпись на стене «Они живут, мы спим». А на магнитофоне воспроизведены звуки хора, имитирующие церковное пение и скрывающие истинные дела, происходящие в этом месте. Тем временем в соседней комнате Гилберт и его помощники, среди которых тот самый мужик из телевизора, пытаются еще раз взломать канал и пустить в эфир свою запись в попытке охватить как можно больше зрителей. Джон также обнаруживает скрытое хранилище с множеством безымянных коробок, но решает пока закрыть его и уйти. Вечером того же дня церковь и лагерь окружает полиция. Тяжелая техника сносит многочисленные палатки, часть людей в панике бегут прочь, а другие же пытаются противостоять людям с оружием, но, очевидно, неудачно. За церковью стражи порядка избивают тех, кто не успел сбежать, и только часть выживших скрывается на верхнем этаже. На следующий день Джон надеется отыскать в руинах церкви хоть одну уцелевшую коробку и находит ее в том же тайнике. Отыскав безопасное место, он вскрывает находку и обнаруживает внутри целую кучу солнцезащитных очков. Взяв одну пару, он спрятал остальные в мусорном баке, после чего решился их надеть. И мир в его глазах моментально перевернулся с ног на голову. Через очки каждый рекламный баннер, журналы, вывески и стенд гласили: «Подчиняйтесь», «Потребляйте», «Смотрите телевизор», «Покупайте» и так далее. Весь мир стал черно-белым, а некоторые с первого вида люди открывались в совершенно ином, пугающем облике. Зайдя в один из магазинов по пути, Джон оторопел. Он наблюдает, как обычные люди спокойно общаются с теми, кто через очки кажется инопланетным чудовищем. Подойдя к кассе, Джон не сдержался и оскорбил женщину, которая являлась этим существом, чем выдал себя перед такими же, как и она. Через часы на своих руках инопланетные создания начали повторять «Здесь тот, кто видит» и подробно описывали его внешность. Джон пытается сбежать, но его настигают двое полицейских, такие же существа. Они пытаются убедить его примкнуть к ним, но Джон отказывается, выхватывает у них оружие и убивает их. В попытке скрыться, Джон попадает на парковку машин, где встречает девушку Холли. Убедившись через очки, что она обычный человек, он запрыгивает к ней в машину и приказывает ехать к ней домой.
У нее дома он попытался объяснить ей, что происходит, и что через очки мир выглядит иначе. Но Холли отказывается надеть очки, и как только он отвлекся, она вырубает его бутылкой и выталкивает в окно. Затем Джон слышит приближающиеся звуки полицейских сигналов и решает скрыться за мостом. Джон понимает, что один он бессилен в борьбе против этих существ и решает разыскать Фрэнка. Но придя к Фрэнку на работу, тот его посылает. Тогда Джон встречает Фрэнка после работы около его съемной квартиры. Джон просит его надеть очки, чтобы увидеть реальность, но Фрэнк категорически отказывается, думая, что Джон окончательно поехал. Тогда Джон решает накидать Фрэнку, а Фрэнк в ответ накидывает Джону. Накидавши друг другу, Джон в конце концов надевает очки на Фрэнка, после чего тот убеждается в словах Джона. На следующий день они встречают Гилберта, который тоже носит очки. Он рассказывает им о собрании трезвовидящих этим вечером, куда приглашает и их. Вечером они прибывают по назначенному адресу. Здесь им меняют очки на современные линзы и подробнее рассказывают о том, кто эти существа и что им нужно. Оказывается, что они действительно инопланетные захватчики, для которых Земля всего лишь временный источник ресурсов. Они переманили на свою сторону финансовую элиту планеты, позволяя тем больше богатеть, а взамен требуя полной покорности. Затем Фрэнк замечает на столе часы пришельцев, с помощью которых они могут перемещаться в пространстве и общаться между собой, и он решает их взять. Затем Гилберт собирает всех вокруг себя. Он говорит, что людей для наступления все еще мало, но половина собравшихся утверждает, что действовать нужно прямо сейчас. Главное узнать, где находится источник их гипнотизирующего сигнала. Подсказку насчет местонахождения сигнала дает Холли, которая внезапно появляется на собрании. Но им не дает закончить встречу внезапно появившийся отряд полиции, который открывает огонь на поражение. Большая часть убита, но главные герои смогли убежать и спрятаться в одном из закоулков улиц. Далее Фрэнк пытается разобраться в механизме инопланетного устройства. Ожидая услышать переговоры этих существ, он неожиданно открывает портал, который оказывается единственным выходом из внезапно начавшейся перестрелки. Таким образом, главные герои попадают на базу пришельцев и отправляются навстречу доносящихся из конца коридора звуков. Затем они попадают на банкет, где один из обычных людей, завербованный силами из космоса, говорит о том, что скоро вся планета будет их власти, посвящая земную элиту в статистику их успеха. Затем они встречают бывшего жильца лагеря, который тоже решил примкнуть к пришельцам. Он подумал, что они также перешли на сторону захватчиков, и поэтому решил провести Джону и Фрэнку экскурсию по базе. Все идет спокойно, пока они не доходят до телевизионной студии. Джон хитростью пытается войти туда, попросив нового знакомого провести их, но получив отказ, решает зайти силой. Через студию они попадают в офис, где узнают, что источник сигнала, который скрывает пришельцев от глаз людей, раздается с крыши. Они незамедлительно отправляются на крышу и по пути встречают Холли. Джон успешно доходит до крыши, обнаруживая ту самую спутниковую тарелку, которая передает сигнал. Окликая Фрэнка и Холли, за его спиной появляется лишь она одна. Оказывается, Холли на стороне пришельцев, и она убила Фрэнка перед входом на крышу, а теперь она просит Джона сдаться, но он отказывается и убивает Холли, а затем разрушает тарелку. После этого Джона расстреливают с вертолета, но умирая, он насмешливо показывает пришельцам средний палец. Фильм заканчивается тем, что перед человечеством открывается страшная правда, ведь каждый человек видит, что они среди нас. Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забудьте, пожалуйста, поддержать лайком и подписаться.